В Кремле сообщили о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с лидером израильской партии Ликуд Бениамином Нетаньяху. В пресс-службе главы Российской Федерации отметили, что обе стороны выступают за дальнейшее поступательное развитие отношений. Этот момент был подчеркнут в беседе двух политиков. Они обсудили актуальные двусторонние вопросы и международную ситуацию, уточнили в Кремле. Выражена обоюдная уверенность, что российско-израильские отношения будут и далее поступательно развиваться, а контакты на различных уровнях продолжаться, следует из сообщения.